А помнишь, как мы раньше в лифтах кнопки поджигали? Вспоминаю каждый день. Ну при чем здесь это? Хотел бы сделать это снова? Да. Хотел. Пока сейчас я к тебе поднимался, 4 штуки сжег нафиг. Ты хорош. Нифига себе, Юрец, вот это тебя разбомби, вот это ты жирный, прям вот жир, прям харя такая. Здорово, народ. Значит, том-ям по-юречески или как, или свекольно-рисовый борщ. Сделал зажарку свеклы таких примерно вот. Две штучки, одну морковку, лучок, томатной пасты, три ложки столовых вот этих вот. Все это пережарить. Пока это жарится, тут же нужно сварить куриные вот эти лытки, ляжки, бурлен, чтобы был. Значит, и рис. Рис у меня был красный и белый, шлифованный. Вот такая шляпа. О, сливки по вкусу, когда уже нальешь себе. Чуть-чуть. То сметаны нет. Что ж это за борщ такой, том-ям. Яичко одно отварил, яйцо получилось смятку, этот растекся. Блин, слюни текут. Всем, блин, прям от огромного аппетита. Спасибо за то, что смотрите, комментируете. Вот. Ну-ка. Ой, вообще кайф. А знаете, что мы сделаем? Вот, чеснок. В крупную соль, горбушечку берешь. Сыпется нафиг все со всех сторон так. Опа. Натереть чесночком и этот ножик дайте мне. Сыр львиное сердце, я слышал, что он очень вкусный, решил попробовать. Опа, срезался кусочек. Ну-ка. Сейчас мы ему вот такой шмат сыра получается. Отрежем так раз и сделаем вот так вот. Вот ништяк, бурбрус с черным хлебом, чесночок. Сыром вниз надо есть, так вкуснее. Наша. И яичко мое. Очень вкусно. Ну, короче, меня так задолбали, то, что ты жирный. Может, в натуре сесть и как похудеть? Только денег вложено. Весь этот жир мой любимый куда-то скидывать, да вышел. Сейчас потеплеет. Опять на велосипед сяду. Нам будет пару лишних скинуть. Эту купец, вы видели, какая жирная морда в кадре? Офигеть. Просто жирнючий. Надо завязывать мне бухать, надо начать закусывать. А то скоро лопну. Сыр на зубах.
свистит, когда вот зеркало моешь, и оно скрипит. Интересно кино. А хлеб такой черный. Капец. Соли маловато. Так что, вы за меня не переживайте. Жалко тех людей, которые смотрят мое видео. И у них аппетит появляется. А тут придется же диету. Значит, видосы будут реже выходить. Да я и сам хочу чуть скинуть, а то что-то это. Действительно, я посмотрел на себя. Прям аж фу. Жиробас. Ничего, ничего, все нормально будет. Сбалансировать надо как-то питание. Я что-то взялся на ночь обжираться, блин. На ночь надо творог обезжиренный есть и нормально, или кефир. Стакан горячей воды он выпил. И все, типа наелся. Самая страшная борьба – это борьба с самим собой. Когда тебе очень лень, а надо. Срываешься часто. Ты знаешь, что есть жрачка, блин. Идешь и жрешь, блин, немало. Просто на ночь перестать надо жрать ногу. Суп очень вкусный получился. Рис красный и белый. Ну и вот тут он весь, короче, красный, просто не видно. Свеколочки прям. Ну, кайф. С черным хлебом. Чесночком. А вы жгли кнопки в лифтах? И да, кто будет меня оскорблять, я этого буду банить. Я понимаю, конструктивные какие-то, ну, критика, да, или как там она называется. А когда тупо обзываете меня, не знаю, кому ничего плохого не сделал, честно говоря, видно. Если буду видеть вот такие вот оскорбления, буду банить, а что делать? Я что, блин, видосы снимаю, чтобы меня здесь оскорбляли?
ради каких-то там этих просмотров и какой-то там движухи я буду, думаете, эту фигню терпеть. Типа тебя чмырят, а ты молчишь, да ну нафиг. Ты подойди мне в лицо это скажи. Кто ты вообще? Обосрешься нафиг. Я сам в ответочку могу так оскорбить. Голова поломается, к психологу будешь ходить. Реально надоели вот эти оскорбления. Чё за люди, блин? Злые какие-то все. Капец. Во, супер. Ваше здоровье. Добрее нужно быть. Все, что из вас вот это вот льется, оно ж вам вернется все равно. Не надо так. А всем остальным, моей команде, моей армии. Вот. Вот ты рыгаешь. А что ты за свинота? По кайфу мне, я и рыгаю. Вот, блин, ты что, никогда не рыгаешь? Не бздишь, не серишь, не ссышь, что ли? Это все естественная фигня. На публику. Мне так по кайфу. Это мой канал. Чё хочу, то ворочу. Всё. А за оскорбление банить буду. Я всё сказал. Надоели уже обзываться. Говоришь на меня, переводишь на себя. Всех обнял. Спасибо. Пожалуйста. С Новым годом, пошёл нафиг. До новых встреч.